Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Несколько минут назад журналисты сообщили трагическую новость: не стало Тамилы Агамировой. Актриса ушла из жизни в возрасте 93 лет, спустя всего 2 месяца после похорон мужа. Николай Сличенко скончался 2 июля из-за проблем с легкими. По информации журналистов, Тамила Суджаевна скончалась в минувший вторник в своем доме в поселке Николина гора. Причина смерти пока не называется, однако известно, что актриса тяжело переживала кончину супруга, Николая Сличенко. Вместе с руководителем театра Ромена она прожила много лет и подарила ему 3 детей. Артист уверял, что, несмотря на долгий союз, его любовь к избраннице с каждым днем только крепла. Их первая встреча состоялась в театре, эффектная брюнетка сразу же покорила сердце Сличенко. «Я как в обмороке был, когда ее увидел. Еле-еле пришел в себя. Пока приходил, понял, что без нее мне нет жизни больше. Так все и началось», — вспоминал он. Напомним, что Николай Сличенко ушел из жизни в возрасте 86 лет. Руководитель Ромена был госпитализирован из-за проблем с легкими. Состояние звезды оценивалось как тяжелое, поэтому его положили в отделение реанимации. Тамила Суджаевна до последних дней оставалась верна творчеству. Артистка, так же как и супруг, всю жизнь посвятила служению театру Ромен. В ее профессиональной копилке десятки ролей на подмостках, а также участие в кино. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.